звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами. Привет всем! Вы на канале «Уроки игры на гитаре» от Романа Гаврилова, выпуск номер 30. Сегодня мы выучим модный хит 2020 года «Юность» от группы «Добро». Научимся играть мелодию припева, куплета. И, как обычно, подскажу, с чего можно начать играть в стиле фингерстайл. Одновременно играть бас и мелодию, аккорды и мелодию. Поехали! Да, кстати, для гитары придется немножко поменять тональность на полтона для удобства. Так песня в фа миноре, но для гитары лучше фа диез миноре, потому что там, когда будем играть в стиле фингерстайл, можно использовать открытые струны, что облегчает значительно жизнь. Ну, вначале начнем с мелодии, просто мелодия, припев. Одной струне. Начинаем во втором ладу на первой струне три раза, потом пятый лад, потом опять второй, и потом аж девятый, потом седьмой четыре раза, пятый, четвертый, еще четвертый. Получается четвертый лад, раз, два, шесть раз. Потом после четвертого играем седьмой, потом пятый три раза, седьмой, пятый, второй. Начинаем играть во вторую долю. Раз, девятый. Такая мелодия припева, которую можно играть по кругу. Что касается аккордов, здесь у нас получается ре мажор, четвертая открытая, один такт, ми мажор, один такт, и два такта фа диез минор, второй лад на шестой струне. Для того, чтобы начать играть в стиле фингерстайл, достаточно играть просто четверти, первую ноту аккорда четвертями. Раз, два, три, 4, ми, 2, 3, 4, и фа диез. И потом добавляем мелодию. Единственное, что фа диез, как вы заметили, я сыграл не здесь, на октаву выше, потому что здесь не очень неудобно. А здесь более-менее можно сыграть. Так, вот такая вот идея. Движемся дальше. Кому интересно, разберем мелодию куплета. Практически на одной ноте здесь. Начинаем второй лад на второй струне два раза. Потом второй лад на первой играем семь раз. Потом открытая и второй на второй. Потом опять же два раза второй на второй. И семь раз второй на первой. А потом пятый на первой, четвертый и второй. Вот так дважды играется.
И вступаем в четвертую долю. Раз, два, три, четыре. Также можно добавить бас, то есть четвертая, ре, ми, шестая. Здесь уже можно сыграть фа диез на шестой струне. Есть. И еще одна часть. Разбираемся. Второй лад на второй струне три раза. И четвертый еще. Потом второй лад на третий три раза. Еще три раза. Открытая вторая. И три раза первый на третий. Потом первый на третий, второй на третий. Первый. Два раза второй. Один раз первый, второй. Потом опять первый, второй. Первый, два раза второй, первый, второй. Потом опять заново, второй лад на второй струне три раза. И четвертый еще. Потом три раза второй на третий. Еще. Открытая вторая. Три раза первый на третий. Первый, второй, первый. Два раза второй. Первый, второй. Второй, первый, второй. Вот. Попробуем медленно эту часть после третьей доли. Раз, два, три. Теперь давайте сыграем все вместе с басом. Начнем с куплета. Поехали. Раз, два, три. Не быстро. Чтобы было понятно. Так не быстро, с медленного темпа, естественно, легче начинать, но потом вы можете ускориться при желании. Но это все, конечно, зависит от настроения. Веселое настроение можно быстро играть, грустное можно медленно. Надеюсь, вам все понятно. Как обычно, после этого ролика я выложу ролик с нотами. Там будут аккорды, ноты мелодии, табулатура и вариант для фингерстайла. Желаю всем терпения, удачи, успехов. Увидимся в новом выпуске.
с новой песней. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить колокольчик, лайк, комментарий. Увидимся в следующий раз. Пока-пока. На всю, и соседи не спят, кто под нами внизу.